Эта дата была и будет священным днем в истории нашего города и страны. Это день Ленинградской победы. И послал солдат немецких против всех людей советских. Это значит против нас. Люди, прошедшие войну, вынесли на своих плечах тяготы страшного военного времени, прошли огромный и трудный жизненный путь. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась блокада. С барельефа смотрят в душу прямо детские печальные глаза. Говорят они как будто: «Мама, отыщи меня на небесах». Рядом в камне выбито навеки тонкая страничка дневника. То, что будет чувство в человеке, извлекая боль издалека. Вы представьте, только на минуту своего ребенка в темноте, там, где страшно, холодно и жутко, и никто не спросит о тебе. Он один сегодня в этом мире, в жутком мире, где всегда темно. Никого уже в пустой квартире, только ветер глухо бьет в окно. А теперь представьте, одинокий, исхудавший, детский силуэт, из него шли все жизни соки, только тень отбрасывает свет. Вы представьте, девочку, ребенка, проводившего в последний путь. Всех родных без плача и вдогонку испытал такое кто-нибудь. 18 января 43 года бойцы Волховского и Ленинградского фронтов встретились и прорвали это кольцо. С этого дня в Ленинград пошло продовольствие, пошли медикаменты, горюче-смазочные материалы, и все поняли, что скоро враг будет разбит. Прорыв блокады воодушевил всех бойцов, советских бойцов всех фронтов. И после этого пошли наши замечательные победы в Сталинграде, на Курской дуге. И этот подвиг мы не забудем никогда. Почему мы встречаемся в эти январские дни? Чтобы всегда помнить, какой ценой досталась нам эта победа. Ленинград, он сдержал натиск севера-запада и дал возможность Москве выстоять. И таким образом, я могу сказать, что ход войны, это любой историк вам очень подробно расскажет, был предрешен. В 43-м году. Одним словом, мы победили. И так будет всегда. Согласны со мной? Да. Благодаря нашей стойкости, нашему мужеству, нашей вере в справедливость, должно быть только все хорошо у нас с вами. Дорогие мои дети, дорогие ветераны,
родители, я всех вас поздравляю с этой замечательной датой. Желаю вам мирного неба над головой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем. И самое главное, дорогие мои дети, это помнить о тех годах, когда было сложно нашей стране, когда было тяжко, когда весь народ едино встал на защиту своей Родины. И мы с вами эту память сохраним. Спасибо. В душе у людей вновь заиграла музыка радости и уверенности в завтрашнем дне. Детей!